Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу, моему городу. Сегодня я хочу вам показать внутреннее убранство, белый концертный зал Шереметьевского дворца, музей музыки, Шереметьевский дворец. Очень красивое место, я рекомендую его посетить. Получите массу впечатлений. Билет стоит недорого, практически всегда есть билеты. Можно самостоятельно просто походить по дворцу, а можно в составе экскурсии. Это очень интересно, рекомендую. Видите прекрасную коллекцию музыкальных инструментов. Середина 18 века в фонтанном доме находилась и выступала знаменитая капелла Шереметьевых, один из лучших частных хоров в России. Смотрите, вот внутреннее убранство, красивый зал. Здесь проходят концерты молодых исполнителей. Это бывшая усадьба графов Шереметьевых. Музей музыки Шереметьевский дворец. Пока-пока, до свидания.